В этой комбинации, как и в предыдущей, главное нанести первый удар легко расслабленно и не вкладывая силу, а второй напротив, ускоряя жестко и четко. Между этими двумя ударами существует большая разница. Почувствуйте ее и тщательно отрабатывайте. В этом приеме можно пойти на хитрость. Сначала надо попробовать нанести быстрый и реальный удар изнутри, тыльной частью кулака. Удар этот эффективен, опять же, по причине редкого использования. Кроме того, он очень быстр и для многих непривычен. Итак, сначала вы нанесли одиночный удар, противник заблокировал его или пропустил, все равно сразу переходите к выполнению этого приема, и вы поймаете его на нем, если, конечно, противник не отойдет назад. В этом двойном ударе оба удара направлены на реальное поражение.